Мы пошли по принципу, разделили на все поселения. На все поселения мы выделили определенные деньги, которые будут осваиваться, и они уже работы начаты. Вавиловское поселение, Плотниковское, Портниковское поселение, поселение Высокоярское и Парбежское поселение. С введением этой программы, областной программы, да, которая уже третий год, как я сказал, работает, естественно, качество дорожного покрытия улучшилось, и улучшилось процентов на 50%.